Привет, друзья! Это Царь Горы. Ко мне только что приезжали судебные исполнители, чтобы изъять мое имущество, там, повыдергивать там холодильник какой-нибудь, вытащить там. И председатель лично приезжал, ну, поприсутствовать на этом, ну, на этом всем зрелище. И, ну, как бы имущество наше, оно как бы не наше. И, то есть это все техника, овцы, животные, все принадлежит теще. Все принадлежит теще, и поэтому... Мы ничего поделать не можем, мы малоимущие. Приезжали в несколько машинах. Ну, как бы это все очень интересно, я думаю, для вас будет, да? Вот посмотреть, как судебные исполнители выдирают там имущество. Потому что я видел видео, ну, смотрел видео, как в Кобрине женщину там с маленьким там больным ребенком вы... Менты там заламывали и выгоняли на улицу, то есть жить. Поэтому, блин, надо будет вам, может, ссылку скинуть на это. Эта женщина жила в машине зимой с больным ребенком. Там, не знаю, наверное, полтора месяца или около того, пока не добралась до каких-то там родственников своих. Или друзей. Ну вот сейчас они пошли описывать моих животных. Пробовать описывать. Они там без номеров, эти животные. А я пока ухожу из дома, чтобы, когда они придут, чтобы был замок, чтобы мне не пришлось отсуживать потом это имущество. Нужно валить кусты, потому что они вроде бы там. По двору вроде лазят волки. Не, такие вежливые. Я видео уже записал для вас, посмотрите. Просто тоже люди вынуждены, блин, такой херней заниматься. Простые люди, блин, вынуждены ездить собирать деньги у людей. Или те же менты, что, блин... Они думали, этим будут заниматься, когда шли работать. Поэтому... Говорит, мне далеко до вас ездить. Ну, я прошу, дайте мне отсрочку на документы. Она, не, мы сначала в суд подадим, а потом будешь документы в суде показывать. Я говорю, спросил у нее, она мне рассказала про замок. Что если меня сейчас не будет, я у нее спросил, и будет висеть замок, то они как бы не смогут. То есть без меня они в дом войти не могут, с понятыми только. То есть пойдут понятыми Любу, наверное, бабу Любу. Такие вот. Снега так подвалило. Классно. Красиво, такая красота вокруг.